Добрый день, я главный бухгалтер главного моего предприятия Повного товариства «Ломбардные финансы» компании Лоза Галина Николаевна. По совместительству я работаю на 8 фирмах, которые обслуживаются в интеллектуальном сервисе. Хотела бы сказать пару слов о вашей компании. Что нравится? Ну, нравится, можно сказать, все. Программное обеспечение, которое я пробовала, которое бесплатное, которое платное, это меня все немножко мне как бы не нравилось. Вот, так что, когда мы стали пользоваться вашими услугами, это стало, конечно, намного проще и намного удобнее, и качественно, и быстро. Если у меня возникали какие-то сложности, это всегда поддержка, это в любую минуту, в любое время, вот, они мне помогают очень сильно. Вот недавно буквально мы купили себе такой продукт, как зарплата. То есть, ну, я не знаю, почему я раньше об этом, не потому что, наверное, у меня просто физически не хватало времени о всех ваших новых продуктах узнавать. То есть ребята приглашают и на семинары, и на всевозможные беседы. Ну, немножко, наверное, не было достаточно у меня времени уделить этому внимание, но пришла необходимость, и мы это сделали. То есть очень нравится, очень помощь, огромнейшая помощь, ну, как бы в этом направлении. Так что отдельное спасибо. Могу только повториться и сказать только хорошие слова. Все нравится, особых, ну, замечаний вообще нет. То есть, если они у меня возникают, я сразу, это у меня есть очень хорошая поддержка в этом плане. Вам развиваться в плане бизнеса, вам побольше хороших клиентов. Спасибо вам огромное за вашу работу.